Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 7. Начертите две прямые, расстояние между которыми равно 25 миллиметров. 25 миллиметров – это 2 сантиметра и 5 миллиметров. А чтобы расстояние не менялось, чтобы всегда было равно 25 миллиметров между двумя прямыми, эти прямые должны быть параллельными. Начертим одну из прямых. Прямая А. Приведем перпендикуляр к этой прямой. Точку пересечения перпендикуляра с прямой А обозначим через А. Измерим на этом перпендикуляре отрезок, равный 2 сантиметра 5 миллиметрам. То есть отметим точку Б на расстоянии от точки А 2 сантиметра 5 миллиметров. Точка Б. И через точку Б проведем прямую параллельную прямой А. Это мы уже делали. Прямая Б. Расстояние между прямыми будет 25 миллиметров. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.